Женская сексуальность очень долго находилась под запретом. В 1889 году вышла работа врача-психиатра, где женская сексуальность объясняла причины заболеваний женщин. То есть вот женщина болеет, потому что у нее либидо. Дарвин считал, что женский оргазм — это какой-то побочный продукт эволюции. Как это? Клитор сам по себе, он не функционален. Его единственная функция — участвовать в оргастическом рефлексе. Так он же как бы клитор — это недоразвитый, то, что у мальчиков потом становится членом, Я собственно. Хочу заметить, что клитор в длине может достигать 20 сантиметров. Поэтому кто-то еще недоразвитый. Да, если мы берем целиком длину от капюшона до конца ножек, но у мужчины половой орган, он многофункционален. Функция оплодотворения, удовольствие и разрядка, мочеиспускание. Я всегда говорю, что на мужчинах создатель сэкономил. Там три в одном. А женщине выдали отдельный орган. Зачем он? Женщина забеременеть может без того, чтобы испытать оргазм? Может. Поэтому было непонятно специалистам по эволюции, зачем это все нужно.